Всем привет, друзья! Сегодня у нас на распаковке вот такая вот штука. Это у нас бритва такая вот такого вида. Можно брить как вверх, так и вниз, то есть двумя сторонами. Взял я ее попробовать. У меня нет необходимости бриться ежедневно, поэтому я стараюсь меньше бриться, раздражать кожу. Но иногда нужны бывают такие обстоятельства, когда нужно забыл побриться, а нужно где-то выглядеть. Приходится вот такую вот штуку решил взять попробовать. В общем, давайте сейчас распакуем ее, посмотрим, что там, как и что к чему. Итак, что мы имеем? Имеем мы инструкцию. Инструкция на английском языке. Все вроде бы понятно. В комплекте идет у нас щеточка для очистки, кабель USB на вот такой вот вход. Плюс-минус, здесь показана полярность, чтобы не так не воткнуть, но есть определенная защита. Интересно, воткнуть получится другой стороной или нет? Сама бритва. Бритва выглядит неплохо, но пластик сразу видно дешевый. Вот здесь какая-то грязь прилипла к нему. Вот, я думаю, он выглядит вроде бы неплохо, но мне кажется, что быстро затрется, поцарапается. Пластик такой вроде бы и крепкий, но видно, что дешево он сделан. Давайте попробуем. Вот так правильно мы вставили, а вот так неправильно. Видите, немножко можно, конечно, вставить, но есть защита, чтобы не вставлять. Полярность на всякий случай есть. Заряжается от USB. Как долго будет заряжаться, я не знаю. Давайте подключим, посмотрим. Подключили к USB. Вот так он горит индикацией. Можно бриться и... А, кнопка здесь. Я думал, ее туда-сюда надо двигать. Она включается кнопкой включения. Причем мягко нажимается. И отлично все. Как мне кажется, все очень даже отлично. Ножи вроде бы неплохие. Немножко на них пыль припала. Но вроде все вроде хорошо. Вот, вот эта головка крутится. То есть вот ходит. Вот так. И давайте посмотрим, три у нас насадки идет. Вот такая. Отличается, наверное, размером. Хотя визуально мне кажется, что они ничем не отличаются. Так, да, немножко отличаются. Отличаются они, не знаю, будет видно или нет. Вот размером вот этих зубцев, которые находятся здесь. Здесь внутри у них зубчики. Вот они размером. Самая большая, средняя и самая маленькая. Это, скорее всего, наверное, самая короткая будет. Вот, больше ничего в комплекте нет. Давайте будем тестировать. Замечу, что бритва разбирается. То есть, и вот здесь вот отсек. То есть, она пришла в комплекте. Но вот здесь отсек вот для этой головки. Вот так она устанавливается. Хотя она и пришла уже одета на триммер. Ну, вот так это выглядит, она вщелкивается легко, легко вщелкивается, легко отщелкивается. И давайте посмотрим, вот так вот ходит эта ножка, ножка пластиковая. Итак, у меня небольшая щетина есть, и давайте сейчас мы проверим, как она сбреет, что-нибудь нет, видно будет, не знаю, но надеюсь, что будет видно. Итак, включаем и пробуем. Ничего не сбрило, может быть, но есть подсветка зато. А вот вверх сбрила. Не знаю, заметно или нет, конечно, бреет не так, как лезвие, допустим, жилета, когда ты один раз провел, и у тебя все чистенько уже, но нужно поводить немного, но бреет, и вроде бы гладенько, вот здесь участок, который я брил, вроде бы гладенький получился. Давайте я попробую вот эту вот часть еще побрить. Здесь более видны у нас волосы, поэтому попробуем побрить, как у нас будет ощущение. Побрил, но щетина осталась и колется по-прежнему. Я сейчас попробую побриться до гладкого и посмотрим, получится у меня это или нет. Но не знаю, будет заметно или нет. Вот здесь вот много волос, короткие волосы с моей бороды. То есть он действительно бреет, оно все летит в разные стороны. Поэтому желательно бриться где-нибудь над раковиной.
В общем, я побрил эту сторону, не до гладкого. До гладкого мне выбрить не удалось. То есть остается небольшая щетина, но визуально стало намного лучше. То есть торчащих, вот как с этой стороны, вот такая вот щетина, не знаю, будет видно, нет. Такая вот грубая ее нету. Как бы, да, визуально лучше стало, но я чувствую, что оно не гладкое и что здесь щетины много. Причем я выгребал эту щеку, она вот пошло раздражение, потому что приходится делать вот так. То есть, чтобы там медленно провести, допустим, или там быстро несколько раз, ну, он не сбривает так. То есть, нету такого эффекта, как у лезвия обычной бритвы, допустим, там, жилет. Вот я, допустим, пользуюсь, мне больше всего нравится Blue, серия Blue называется. Вот я одноразовые беру, мне одноразовые, ну, из этой серии, Blue 3, по-моему, они, мне хватает одного станка на месяц. И, то есть, ну, через месяц он начинается уже драть волосы, и мне приходится менять станок. В этот же я не чувствую, чтобы что-то драло, но идет раздражение за счет того, что нужно много. То есть для того, чтобы побрить до какого-нибудь более-менее вменяемого состояния, то нужно вот водить вот так. Давайте попробуем на, не знаю, как бы подсветить, чтобы видно было. Вот давайте вот здесь усы, да, давайте их попробуем прожужжить. Я прямо вижу, как перед глазами вылетают волосы, то есть стреляют. Но, видите, до гладкого она не выбрила, то есть сбрила основную длину, то есть, но... И плюс, видите, какое красное стало раздражение. Давайте еще раз. Штуку не советую, потому что она не справляется со своей задачей. То есть обычная электробритва, которая тройная, вот она, ну, намного лучше бреет, как по мне. Единственное, что от сухого бритья у меня постоянно раздражение, я не пользуюсь электробритвой. Вот. Ну давайте виска чуть-чуть попробуем подбрить. Тут будете, видите, сантиметр сняли. Вот, кстати, вот здесь... Хорошо, до гладкого выбрил. Висок выбрила до гладкого и, ну, довольно-таки неплохо вот здесь. Но, скорее всего, за счет того, что здесь более мягкая кожа, чем на подбородке. И я думаю, что если для целей, допустим, подбрить какую-нибудь линию, полоску на волосах головы, то не бороды, а именно волосы головы, вполне сойдет эта штука. То есть она побрила нормально, вот волос куча, вот выбрил 1 сантиметр виска, сбрил. Ну давайте вот здесь тоже попробуем. Вот. Сделали чуть выше височки, но для этих целей подходит. То есть не знаю почему, но голову бреет лучше. Бороду, конечно, он не справляется, почему-то не справляется и, ну, очень плохо бреет. Может, я что-то не так делаю, давайте в инструкцию глянем. Посмотрел инструкцию, все я правильно делаю, ну, просто он вот такой вот, он оставляет небольшую щетину, то есть не выбривает наголо, то есть, ну, пальцем ощутимо, и если, допустим, щекой к девушке своей притронуться, почесать ее, она будет заметна, то есть, ну, руку чешет хорошо, то есть можно оставить щекой вот такой вот царапины. Но сейчас я еще попробую вот эту вот щеку добрить, получится у меня добиться эффекта гладкости или нет, давайте попробуем. В общем, вы видите, сколько времени я почухал, и медленно пробовал, и быстро. Эффект есть, но не такой, как я хотел. То есть, вот я ватой провел по щетине, где большая щетина. Вот такой вот получился у нас пушок. И давайте теперь ватой провожу по этой стороне. Видите, осталось все, как и было. То есть, щетина есть. И хотя я ею долго вел, поэтому штуку эту, ну, давайте еще попробуем на руке, и на руке будет понятно, то есть для каких целей эта бритва может быть. Итак, вот моя рука, я надеюсь, видно будет на камеру, получится все. Давайте попробуем сбрить немного волос.
На руке очень легко справляется. Смотрите, сколько волос сбрил. То есть на руке очень легко справляется. И реально волосы гладкие. То есть здесь практически не осталось волос. Получается, подойдет, не подойдет для грубой кожи лица. А вот если побрить ноги, руки, и вполне отлично. Или волосы, подровнять волосы на голове, не бороду имею в виду, и отлично подойдет. То есть вот такая вот штука. Спорное, конечно, приобретение. Вот поэтому, как видите, эксперимент наш не удался. Если у вас мягкая кожа лица, скорее всего, вам может подойти эта штука. Хорошая, то есть не то, что я ожидал. Поэтому советовать эту штуку я не могу. То есть для лица она, ну, явно для бороды. Ну, если у вас большая, наверное, борода, и вам надо как бы там форму придать, то, возможно, и подойдет. Но я думаю, вряд ли. Вот как-то так получилось. Вот эта вот штука, она сейчас сильно рекламируется везде. Но я ее брать не советую. То есть я бы взял ее, если бы она стоила, ну, не более $4. То есть $6-$7, как они бывают по акции, и $10, что она стоит, обычная цена, да, там регулярный прайс. Ну, я бы ее не взял. То есть, поэтому смотрите сами, конечно, но у меня впечатление не фонтан. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!